Всем привет, я Макс. И сегодня расскажу про BlackView A7. По начинке. Процессор 4-ядерный MediaTek MT6580. 1 ГБ оперативной памяти и 8 ГБ встроенный. Поддерживает карту памяти. Дисплей 5 дюймов IPS. Разрешение HD. Камера основная на 5 мегапикселей, спереди на 2. Поддерживает 3G, GPS, Bluetooth, Wi-Fi, FM-радио, а емкость аккумулятора составляет 2700 мА. По внешнему виду смартфон ничем не выделяется, кроме сдвоенной камерой на тыльной стороне. Но также отмечу то, что в данном аппарате имеется металлический каркас, и вес смартфона при этом гораздо больше, чем у конкурентов – 176 грамм. Ну и, конечно же, металлический каркас сделал смартфон крепче. По производительности смартфон, опять же, все на самом бюджетном уровне. В нем немного оперативной памяти, и также в смартфоне немного встроенной памяти – 8 ГБ. Поэтому, скорее всего, придется докупать флешку хотя бы на 8 ГБ, ну я советую на 16. Но, тем не менее, прошивка аппарата хорошо себя ведет. Смартфон не глючит в меню, что очень приятно. По играм вы сможете поиграть почти во все. В GTA San Andreas, Asphalt 8 и Extreme, но игра World of Tanks уже чутка притормаживает. По камере, хоть здесь установлено два модуля, но работает один, как и в других бюджетниках с двумя модулями камер. Но тем не менее, он здесь нормальный для своей стоимости. Фотографии днем получаются хорошие, а видеосъемка не тормозит. Ночью же, конечно же, все плохо, как и опять же в других бюджетниках. За эту же сумму. Также отмечу, автофокуса при видеосъемке здесь нет. По связи смартфон поддерживает только 3G, но для того, чтобы выйти в интернет и проверить почту, этого точно хватит. А поиграть и посмотреть видео вы можете уже по Wi-Fi, дома либо в другом месте. Также есть GPS, работает все хорошо. По минусам могу отметить лишь то, что в смартфоне нет датчика освещения. То есть автоматической яркости здесь нету. В итоге смартфон получился очень хорошей заменой прошлого аппарата BlackView A5. В смартфоне есть все необходимое. Это дисплей 5 дюймов с разрешением HD, металлический каркас, свежий Android 7.0, емкий аккумулятор на 2700 мА. Данный смартфон могу спокойно советовать, он будет отличной покупкой для вас. И, конечно, для школьника. Стоимость смартфона сегодня $50. Или в рублях 2900. Ну а на этом все. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, на группу ВКонтакте, Фейсбука. А также, если нужен совет по выбору техники, либо смартфона, пишите под данным видео. Или в группу ВКонтакте или Фейсбука. Удачи и пока.